Вот что, всем разбирался, я тебе ничего. И сегодня, ребята, мы будем играть в Грэнни 2. А вы скажете, а что так быстро тебе в Грэнни? Вроде рубрика закончилась. Еще плюс ты рано вот в Грэнни. Никогда так рано не начинал ролики снимать. Ну, в детстве, но не про Грэнни. А, короче, ребята, сегодня мы будем играть в Грэнни. И я кое-что вам расскажу, конечно, на легкой. А, кстати, будет усложнение, вот какое. Будем убегать на вертолете, улетать точнее. Полы скрипеть будут, повторюсь. Так что будет непросто. Я не знаю, они будут скрипеть или нет. Посмотрим. 100% будут, они у нас всегда скрипели. А еще плюс с этим вот с херотой. Мы играем. Так. Ну ладно, херотой говорю. Нормально. Тут усложнение. Вот оно, смотрите. Кстати. Кто не знает. Усложнение. Я новую тактику, если что, даже нашел. Специально для вас, кстати. Чтобы снять ролик. А я, погодите, я без звука играю. А я без звука. Не со звука. А чё так глухо? В смысле, чё реально так глухо? А, нет. Ну, вот это. Да, нормально. Ха! Мне показалось, короче, глухо. Такс. Нормально, ребят, нормально вроде. А то мне глуховатенько, знаете, почудилось глуховатенько. Так, можно не бояться, сейчас эта старая мразь пошла вот туда. Ой, нет, не туда. В смысле не туда, мразота старая? Так, ладно. Твою мать. Давайте это, короче, делом займемся. Во, у нас делишка есть. Давай, у тебя сяда, не бойся. Такс, брать пазл или нет? Просто если мы возьмем, мы нашумим. Лучше всего не брать. Такс. Мамка там, ну, а нет, не там. Пусть я не нашумела, она бы сейчас сюда приперлась. Там дедок. Так, если там дедок, то бабка должна вот... А, понятно, она наверху. Ну, там еще плюс капкан, если я что поставила. Такс. Вы не намекаете, что мне сейчас плюс... Да, мне кажется. Ой, бабка, жесть. Блин. Ой, я реально зря взял это усложнение. Во, бабка, я тут. Сынка, внучка своего хочет встретить, бабка. А дед, надеюсь, надолго там засел. То мне реально мне туда нужно, наверх. Патрона нету. Плохо вообще. То есть за бабки вот так пойду. Так. Ну, уже понятное дело, что дедок у нас по камерам, как всегда, глазеет. Ему нечего делать, кстати. Опа. Какой Эйвар? Не надо. Уши. Так, погодите, старики. Не попутали тут? Так, надеюсь, никто это не заметит. Ну, бабка у нас одна. А, так, смотрите, зачем я вазу-то взял? А, вазу я взял, сейчас покажу, зачем. Так, вазу, зачем я ее взял? Это чтобы нашуметь. Так. Ой, я тут еще нашу. Ладно, на всякий случай справлюсь. Все, бабка сюда припрется. Мразь старая. А может и не припрется, кстати. Может такое быть. Ну, может. Все, дурость-то. Поперлась туда. Ах, камера. Дедок по камерам просмотрел или еще нет?
просто, ребят, камеры идут. Он еще пока что не смотрит. Ой, я еще говорю. Нашумел, кстати. И пизда, кстати. Нас, короче, дались. Так, все. Канистру возьмем просто. Так. Где шокер? Мы, походу, без шокера. Да, обойдемся. Ну, походу, да, без шокера. Так, Слан, сейчас бабка сюда припрется. А нам вниз надо. Давай, старая мразь, иди-ка. Вот туда, наверх, а я пойду вниз. Потому что мне вниз очень надо. Все пиздец, как очень надо. Так, теперь ты иди-ка сюда. Так, уже пердун старый тут. А ты где? Эй-ка тоже сюда. Да не прикалывайся, бабка, я знаю, что ты наверху. На, все. Так. Так. Ой, ёпта мать, я хотел подпрыгнуть. Твою мать, нахуй ты прыгаешь. Ладно, ребята. Так, себе заходим капкан. Правда, это не надо. Я... Ну, можно. Может, я попадусь вообще сюда. Ну, ребят. Так, ключик нам не нужен. Почему я что-то хероту какую-то тварь вообще? Проседаю нахрен. Не, проседаю вообще. Так, вот это не надо было брать. Что у нас тут? Опа, изолента, хорошо. Так, изоленту мы туда кидаем тогда. Давайте за канистры тогда быстренько сгоняем, потом. А хотя, ну, можно за пазликами. Тоже все можно. Все можно. Все никто не запрещал, короче, ребята. Знали об этом. А жаль, что нет. Надо знать. А надо было знать. Так, сейчас смотрите куда. Нам сейчас ружье надо перезарядить. Я не знаю. Можно вот туда, можно вот туда. Я не знаю. Я, короче, мне нужны пазлики. Мне, во-первых, надо еще ружье перезарядить. Во-вторых, ну не знаю, что во-вторых. Во-вторых, все пазлики, короче, совать. Так. Фух. Я подумал, что я картину уронил. А сейчас-то вообще не надо. А то припрутся два дебилоида старых. И пизда мне. Ча, так, открывать или не открывать? Ну, я пока что не хочу открывать, реально, не знаю. Не хочу открывать. Не. Так, на унитазе еще один пазлик. Ну, вот бы открыл, реально, я бы сейчас так забежал. Ну, В следующий раз надо будет открыть. Так. Просто, ты боишь, бабка тут. Я ж типа вот так вот кромахнул. Так вот. Ну это так не слышно все. Давайте тут нашумим, короче, сейчас. Надо дверь закрыть. Нашумим просто для отвлечения. Так, я думаю, дед не припрется. Давайте пока что пазлики расставлять. Посмотрим, вдруг там дура бабка припрется. Она, наверное, уже пришла. Она у нас скоростная, ребят. Щит. Она у нас вообще очень скоростная. Она может... Вас не представляете, куда убежать за 5 секунд. Ой, она шумела. Или так где-то нашумели. Я просто не понимаю. У меня дохуя тут колокольчиков реально у бабки. Ну-ка. Я, ребята, это, ну, того, не палю. Я, ребята, цензуру не веду. Так, это я по другому поводу просто. Так, так, бабка, если поржала, значит, ушла. Ты, я уже знаю, она дура старая, поржет, уйдет. А если тебя затроллят, ты тоже ржать будешь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Меня затроллили. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Пиздец, как смешно вообще. Блин, мне что-то страшно туда идти. Просто. Дед, потому что там. Блин, почему у меня звук такой? Почему у меня звук дурацкий, маленький он какой-то? Пусть я даже не услышал радио деда. Так, давайте я не буду вазу сталкивать. Вазу вот так закрою. Во, нормальный звук, в принципе. Ладно, открываю, что там, сута.
Ой, бабка тут. Так, это оружие. Так, что тут? Тут у нас ключка. Держи, мудак старый. Так, надо аккуратно тут быть. Главное шуметь, а то может пизда мне еще быть. Так. Блин, почему я вот это усложнение сделал? Ха, я бы сейчас оружие взял, вот там перезарядился. Ладно, короче, берем оружие сейчас, нашумели, правда. Ну, короче, вниз сейчас. Бабка за нами, и нечего делать, короче. Берем патроны, нашумим тут сейчас. Пристрелим всех. Да и дело с танцем. Ну-ка, бабка, давай поближе. Потому что тут дед у нас. Ну-ка, дед. Иди сюда. Пердун старый. Все, все, давай. Дверку закрывай, вниз спускайся. Да вот, я вот тут, ну не видишь. Вот, смотри, смотри. Вот я. Не видит, да? Ну ты что, дебил, что ли, совсем? Вот я по камерам. Прям. Да тут я. Мудак старый. Он ушел, оказывается. Ладно. На первый раз, ребят, детка прощу, а на второй, может быть, и не прощу. Да хорош по камерам глазить, все равно ты меня не вызрел. Так. Кстати, можем по камерам поглазить, но это не надо сейчас. Мы сейчас сбегаем, а не по камерам глазеем. А нам сбежать надо. Так, идите. Ну-ка, давай сюда. Короче, скажу реально. Не надо никуда торопиться. Может, чуть-чуть оставим самую малость. В смысле? Нет. Все, ребят, выключу. Вообще нихуя не слышно. Смотрите, нет. Ладно, не так обидно, потому что мы почти сбежали с вами. Так, там только этот, надо катушку одну. А катушка где? Тут или там? Ой, походу там. Я не хочу туда реально идти. Там скучно. Так, мне надо, кстати, вот это открыть. Вот эту штуку. Не знаю, без смертей, мне кажется, не получится сбежать. Ну, попробуем. Попробуем, просто попробуем. Без смертей сбежать. А мы еще внучка не заглядываем, что там. Внучка, ничего нету. Ну, надеюсь, никто не услышал. Пожалуйста. Просто дедок, бабка. Ну, дедок глухой, а бабка, да, она не глухая. Ну, бывает такое, что она такая глуховатая чуть-чуть, сама. Ну, все равно надо остерегаться. Короче, наверх. Мы все нашли, мы сейчас все ставим. Ключик мы нашли, он внизу, вот это все. Замотаем, ставим и увидим. Ну, это очень быстро. Это какая-то вообще быстрая игра для меня сейчас. Так, это открываем вертолет тут. Ой, мать, откройся, наконец-то. Ой, надо вот это закрыть, не знаю. Для безопасности надо закрыть. Сейчас вот это нальем бензина. Сегодня, я думаю, выйдет шортс, а может быть и не выйдет, не знаю. Посмотрим. Так, сейчас зальем. А как он тебя заливает? Нет, просто в машину заливают не, ну, не кони, не из бензина, но раньше из бензина заливают. Как? Сейчас таких специальных хуйтин заливают. На хуй похоже. Я говорю хуйтины. Так. Спойлер. А? Ладно. Где у нас эта катушка? Ой, катушка. Это изолента где? Ну, серьезно, я сюда не принес. Ну, ебанутый, конечно. В смысле, я сюда не принес. А надо? Так, погодите. Просто я хочу узнать кое-что. Хотели ключик, но не успели. Надо было раньше. Все, ой, пизда, мне кажется. Ну ладно, давайте проведем этих двух дебилов. Так, давай иди сюда, бабка. Ты. А дед где? В смысле? А так нечестно.
Ой, пизда, ой, пизда, ой, пизда, ой, все, ой. Хана, жесть. Я спрятался, ой, жесть. Фу, дедок, ты охуел. Ублюдок старый. Фух. Что делаешь? Ты что вообще творишь? Дотошный дедок у нас такой. Такой дотошный. Чуть-чуть. Скотобас какой-то. Дотошный вообще. Неадекватный, нечеловеческий. Фух, он чуть просто не убил меня. Это пизда была. О, жесть, короче. Давайте это, изоленту искать по-быстрому и валить. А где изолента? Куда? А! Как хорошо, да как. Вообще очень хорошо, хорошо. Не так хорошо. Так, ой, пизда. Так, ладно. Эти ублюдки старые вот сюда идут. Ну да, они сюда уже идут. Так, ну тогда смотрите. Я забыл, короче, где катушка, куда я ее спрятал. Так, оттуда они не придут, потому что легкий путь вот так вот. Пойдите. Ну смотрите сейчас, какая обстановка у нас. А бабка там, где там наверху, мы в порядке, мы спокойны, короче. Мы все что угодно можем сейчас тут делать, не боясь. Все дебилы вот эти там. Я вопрос, опа, ой, пизда, не надо туда. Поиграю. Ха. Почему, почему? Я, короче, забыл, где коту, ой, изолента. Сейчас дедок там, мне кажется. А где он еще может быть? Наверху он. По камерам смотрит, мне кажется. Ну или просто... Ну не, он что-то там, я не знаю, идиот. А я ванутый. Фу, что делать, я не знаю. Так, где все, я просто не знаю, где все. Ну, осталась одна надежда, короче. Ну, что я могу этим ключиком сделать? Там вот эта свеча будет. Ну, я ничего не могу просто открыть. Мне вот это нужно. Она где? Она где вообще? Вот эта штука. Где она реально? Не знаю вообще, где она. И, короче, тогда за оружием сейчас. Короче, надо убивать дедка, внучка, брать лом. Катушку, походу, ой, катушку. Почему я путаю с катушкой? Короче, этот нахожу изоленту. Может, она вообще-то вот там вот. Может такое быть, вот там. Вообще можно гранатой подбить. Ну, гранаты это долго все. Так, где мое оружие? Оно тут. А, вот она изолента, серьезно? Я ее выбросил, забыл даже, где она. Ладно. Переклеиваем и валим. Мы затянули сегодня, реально затянули. Короче, никогда больше так затягивать не будем. Так, давайте я нашумлю сейчас вот так вот. Подобью бабку, наверное. Лучше не надо, наверное, не знаю. Чуть мне страшно как-то. Ну-ка, бабка, где ты? Выходи. Выходи. Ой, зачем я это сделал? Ой, зачем? Ой, короче, вот так надо все это дело делать. Я сейчас бы без смерти реально сбежал. Вот так делаем. Смотрите. Кидай. Ой, 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 сейчас я умру. Бабку задела. Ха, бабку задела. Круто. Так, дед где? Дед, дед. Нужен дед.
ну-ка. Старый мудак. Ну-ка, вот туда. Я ему с деда сделала еще. Так, все. Я, в принципе... Ой, напугал меня дед. Я, в принципе, спокоен. Как рыба. Просто. Ну, тут еще спокойнее. Все, валим нахуй отсюда. Из этой тупой, неадекватной семейки. Все. Бессмертие, кстати, сбежали. Ты кто смотри? Как он сбежал? Как? Эх, мы дебилы старые, не уследили. Ладно, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.